Человек в дешевой одежде приносит бриллиант, завернутый в грязную рваную тряпку. Если ты тот, кто обращает внимание только на внешность, то ты не получишь тот бриллиант. А если ты тот, кому важно сокровище, то тебе не важно, кто его принес. Оно ценно само по себе. Так же и истина. Если ты будешь смотреть не на нее, а на меня, и задавать глупые вопросы насчет моей внешности, бороды, одежды и так далее, то пользу ты не получишь. Правильные вопросы, правильные ответы.